Och sedan sväng till vänster. А, ты его знаешь даже, да? Я его видел, могу. Кажется, вот тот. Свинг тиль хёгер, и седан свинг тиль венстер. Да. Венстер. Куда ты на хёгер? А, или сейчас хёгер, а потом венстер. Венстер. Ну, свинг тиль венстер, и седан har du nått din slutdestination. Угу. Какой, жёлтый, оранжевый? Ну вот рядом с этим. Ты har nått din slutdestination. Всем привет! Сегодня я нахожусь в 100 километрах от Стокгольма, на север, город Сала. Вот, приехали мы сюда, чтобы забрать котенка, кошака, короче, маленького. Здесь оказывается проблема, чтобы приобрести животное. Я не знаю, как с собаками, но кошаков очень сложно найти. И чтобы это самое, вот, купить этого котенка за 2500 крон, то есть за 250 евро, это еще низкая цена считается. Вот это обычный котенок, не это самое, не, как сказать, не какой-то специальной породы, обычной породы, вот, вот такой вот черно-белый. Вот он шипит, шипит конкретно. Вот, забрали его, сейчас поедем обратно. Так, и вот мы приехали на, так, на серебряные рудники знаменитые. Вот налево, на расстоянку. Или подожди, или направо, налево, да? Налево, да. Вон, где эти стоят. Вон, по стрелке заезжай. Ух ты, сколько здесь народу. Себе. Вот, взяли мы кошака, здесь в 5 минутах езды находятся знаменитые серебряные рудники. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что тут имеется. Так, ну идем смотреть, значит, что мы видим. Здесь кафе. Здесь кафе. А вот дальше, вы видите, написано на арке: Welcome to Sala Silver Groove. Да, интересная машинка. Это означает добро пожаловать на серебряные рудники города Сала. Так, кафе Антик. Мы сейчас тут узнаем, есть ли тут туалет. Ничего. Открыто до 16, а сейчас еще есть 16, да? О, интересный антураж, очень интересный. Сюда вообще есть смысл как-то приехать специально. Смотри, сколько здесь антиквара, реально. Каска шведского солдата. Ой, тут просто глаза разбегаются, сколько всякого интересного. Да. Это, между прочим, все продается. Тут ценники стоят. Это все продается. Можно обставить свою квартиру полностью в этом стиле старошведском. Да, сколько антиквариата. Ты можешь присмотреть что-нибудь себе, а? Не любишь антиквариат? Смотри, какой стол, а? К нему шкаф. Ну правильно, старый. В том это и ценность его. Часы, смотри, какие. Ну, круто, круто.
направо, наверное, кафе, и там туалет будет. А, нет, уж мы тут были только что. Вот здесь план у нас. Сейчас, правда, нет времени особо смотреть, ну ладно. Тротнинг Кристина с шахты, а шахта королевы Кристины. Так, сейчас мы только сделаем, чтобы видно было все. А, вот. Потом. О, три, смотри по плану, где. Где мы находимся и куда идти. Вон тройку я вижу. Тройку я вижу. Где мы тут находимся? Где тут вход с аркой? А, вот выход, вот мы здесь. Вот здесь. И смотри, куда нам идти. Заходим и смещаемся правее. Вон туда, правее, да. Ну, тут смотри, большое это самое, большая территория. Ну, в общем, это, мы тут все галопом, да, но я расскажу вкратце, что это шахта, где добывались серебро и свинец еще в средние века. Это древнейшая, можно сказать, в Европе, да, может даже в мире. Вот, в 1908 году посчитали, что все серебро и свинец добыли, что только было. И решили это закрыть. Сейчас это превращено типа в музей, да? Здесь я знаю, ну, сейчас коронавирус, эпидемия. Здесь можно спускаться в эти шахты. Там они до глубины 300 метров. Даже более 300 метров. Музей есть, не знаю, открыто сейчас или не открыто. Ага, вот. Грув Гордонс, Бэйби. Вот это самое. Гостиница. Сейчас туалеты, да? Гостиница, значит, там номера есть, расположены в глубине 300 метров под землей. Это самая глубокая в мире гостиница считается. Нет в мире такой глубокой гостиницы, как здесь. На глубине 300 метров находятся некоторые номера. Вот не знаю, сколько там стоит, но говорят, в районе 1000 крон за ночь. В районе 1000 крон. Так. Туда, да? Вот все прямо. Вот, сейчас тут ничего не добывают, но теоретически, если залезть туда на глубину 300 метров, взять с собой кирку, вот, и птичка для просеивания земли, то теоретически можно какие-то остатки серебра накопать. Я так предполагаю. Вот, это все. С тех времен строения остались. И типичные шведские домики. Керамик. Здесь, значит, продается керамика. Ага, вон там на вход в шахту. Прямо. Так, ну а сейчас... Прямо направо. Вот мы видим, вот видите, прямо вон там высокое здание, и написано 1621-1887. Вот оно функционировало. Значит, с 1621 года здесь начали строиться эти строения и развиваться добыча серебра и свинца. Основное было добыча серебра. Я не помню, по-моему, за всю историю 400 тонн серебра здесь накопали. Из них изготавливали серебряные шведские королевские монеты. Ну-ка, здесь что? О, страшное дело. Но спускаться можно, ничего не закрыто. Так. Шахта королевы Кристины. В честь королевы Кристины. Так, нам кажется, вот сюда, да? Я не ошибаюсь.
короче, смотри, где это находится, да? Так. Вот, видите, как раньше строили, фундаменты. Чисто камни подпирали, и вот обвязка фундамента ложилась или прямо на камни, или вот такие, видите, деревянные столбики. Ну что, есть? Нашел? Где-то мы здесь, по идее. Где-то. Сил галопом по Европам. Да, тут надо приезжать, когда закончится эпидемиологическая эта обстановка коронавирусная. Тогда будет все открыто. Сейчас такое ощущение, что не все позакрыто. Сейчас пробежимся, потом уже на камере посмотрю, что тут было. 1786 год. Опа, странная будочка. Башня с часами. Ну посмотри еще раз план. Это мы где-то промахнулись. Другой? Давай, другой посмотрим. Вот эта металлическая конструкция, сейчас посмотрю. Так, это вагонетки. Ага. Это вот так они в древности, видимо, эти вагонетки опускали и поднимали с камнями. Вот видите, вагонеточка. Сверху там цепь. Сверху цепь, и вот так они их поднимали. Видимо, вручную какой-то крутили механизм. Во. Так, даже пружина есть, чтобы, так сказать, не было излишних дерганий. Смотрю, эти кованые гвозди, старинные кованые гвозди, толстенные. Нашел? А? Закрыто. А ты нашел? Нет, видишь, рецепция. Понял. Тогда просто отходим где-нибудь в кустики, все дела. Ну раз закрыто, значит получается и шахта будет закрыта. А жаль. Вот здесь, видимо, был вход. Да, и он сюда закрыт. Так, прочитаем потом. Сейчас некогда. Да, тут люди живут, тут целый поселок. Потомков шахтеров. Вон там лес нехоженый. Ну вот, это башня старинная. Мы туда не... А, можно туда пойти. Смотри, какие там эти древнейшие средневековые бараки сохранились. Сейчас мы их взглянем.
Вот здесь мы видим воссозданное. Точнее не воссозданное, а в общем-то оно так все и было. Ну что, полезешь в шахту? Вот это воссоздано именно вот это первое поселение этих горняков, которые здесь добывали, жили. Здесь вот это все отвалы, то, что они вытащили из-под земли. Вот. Тут они что-то варили, а что они тут могли варить, интересно? А, может таким образом серебро выплавляли? Может быть. Может быть. Какая-то хитрая система. А, вот оно как. Короче, тут вода падала, колесо крутилось, и с помощью вот этого механизма, видимо, они из этой из шахты, пока это не вручную, из шахты поднимали породу. Как-то вот так. Как-то вот так вот, видите. Как грамотно все это сделано. Это типа римских виадуков, только это шведское ноу-хау. Все из дерева. Так, и чем там заканчивается, интересно? Чем этот механизм заканчивается? Ага. Тут отсоединили какую-то штуку. И тут, значит, лилась вода, получается. Вода, излишки сливались, да? Нет, это не вода. Нет? А что-то могло быть. Ну, это, по-моему, где что-то сливалось. Какой-то насос, что ли? Это, получается, насос, да. Только что он тут делал? Может быть, откачивал оттуда тут снизу, хорошо. Загонял сюда, как насос, да. И вот сюда сливалось. Тут явно слив какой-то шел. В общем, надо будет подумать на эту тему. И здесь тоже аналогичное что-то. А здесь уже ручная работа, видишь? Там колесо крутилось с помощью от воды. А здесь уже, похоже, люди крутили вот это все. Вот. Тут застопорили, стопор стоит. Вот тут два человека вот так кругами ходили. И, возможно, это поднимали. Видишь, тут сейчас засыпали. Возможно, поднимали вот ту тележку с камнями. Возможно. Из-под земли, да? Вот так вот. Тут все было у них. Телега явно с тех времен. Вот смотрите. Деревянное и дерево. Хоть бы хны. Ничего с ним не случилось. Вот. Шведское дерево самое деревянное в мире. Так. Посмотрим конструкцию. Ну, в принципе, вот она конструкция. Еще с тех времен практически ничего не поменялось. Так она сейчас и строится. Тут загоны для каких-то животных, видимо. Какие-то животные тут разводились. Вот, тоже типичный шведский заборчик. Посмотрите, как интересно сделано. Вот. Ветки, это, по-моему, сосна, гибкими ветками, вот так вот, без гвоздей. Все это скручивалось и стоит. И хоть бы хны, стоит без всяких проблем. Красиво, экологично. И, опять же, не дает животным уйти за пределы ограды. Да-да-да, вон там сруб, там, видимо, это... Где тут? Да, вон там это... Или свиньи, или что-то жили какие-то. Какие-то небольшие животные. Ну, питаться им надо было чем-то. Естественно, они тут все на подножном корму сидели. Вот. Похоже, яблони высадили. Свеженькие. А это будут делать забор этот. Вот, вот, самые-самые древние шведские домики, когда еще и стекла не было, и гвоздей не было. Вот такие окна были. И еще тут была задвижка, видите, задвижка. То есть стекла не было, а зимой, когда холодно, закрывали. И все, вот так фундамент
из камней. И вот смотрите, чтобы дерево не гнило, да? Сейчас-то рубероид подкладывает специальную бумагу просмоленную. А они бересту, березовую кору подкладывали. Вот, это для того, чтобы дерево не соприкасалось с камнем, землей, не гнило, да? В какой-то мере это предохраняло от гниения. Вот. Вот такая. И крыша, соответственно, видите? Береста, сверху земля. Вот, древнейший способ покрытия. Не протекает. О, здесь, смотрите, что мы нашли. Подковы. Это этой штукой захватывают тяжелые камни, переносят. Из дерева выдолблено для птичек. Бочка очень старая, тоже рассохшаяся. И вот такая дверь интересная. Интересная дверь. Тут типа почти что серп и молот. Но здесь молот и молоток. И кованая такая ручка. Сейчас все закрыто, к сожалению, что это. Вот лестницы, видите, какие лестницы интересные они делали. Длинные достаточно. Рабочий стол. А вот какая избушка. Красота. Красота. Тут единственное, что замок врезали новый. А так все идентичное. Идентичное. Вот еще раз смотрим крыши. Видите, там короб. Короб, земля, растет трава. И вот это все давало надежную крышу. Она не протекала практически. Надежная крыша. Вот окна еще раз, видите, да? Вот такие были окна, чтобы сохранить тепло. Они были маленькими. Так, а если я сюда залезу? Ой, там очень темно, ничего не видно. Но там внутри есть что-то. О, тоже артефакт. Артефакт. Спицы деревянные. Посмотрите, как все это вытачивалось. Интересно, подшипник там есть какой-нибудь? Может быть и есть. Тут не видно. Я думаю, какой-то подшипник есть. Потому что шведы одним из первых сделали, изобрели подшипники. И до сих пор них изготавливают. Лучшие в мире считаются. Да, я думаю, там есть. Ну, это не средние века, конечно, это уже 18 век, наверное. Вот. Грядочки здесь свежие, обработанные. Что-то посажено. Какая-то зелень. Рассмотрим тракторишка. Я думаю, это какой-нибудь американский трактор. Аккумулятор новый, смотрю, значит, он на ходу. На ходу. Да, свечи, все тут есть. Через что это за модель такая? Я думаю, это Ford какой-нибудь должен быть. Так. Здесь Bosch на крышке написано. А, вон там, не видишь? Вон там на бирке. Что производство это? Какая страна или фирма? Или на каком языке? Английский, не английский там? Не вижу. Не видно, да? Хотя бы на каком языке написано? По-шведски написано. По-шведски? Значит, шведского производства. Я-то думал, американский трактор. Там стерто. Да, ну раз по-шведски, значит, шведский. Точно. Вот так вот. Ну, немножко снимем тут изнутри. Видите, тут даже асфальт не положили специально. Оставили вот так, с колдобинами, чтобы это было идентично тем временам, когда тут они функционировали. Вот опять этот герб я вижу. Здесь наверху молот и молоток.
Ну, кто-то тут что-то делает. Какие-то мастерские, похоже, да? Мастерские, автомастерские. Сколько в городке Сало живет 12 тысяч людей в городке, а это на окраине города, но здесь тоже люди живут, как я понял, тоже люди живут, и даже тут какие-то производства у них мелкие существуют. Вот, вот. А вот в этом трейлере кто-то живет явно, я вижу, вытащили все на просушку. Ну все, сейчас садимся и едем обратно. У нас не так много времени. Место жительства. Сейчас будет торжественный выпуск. Но он что-то боится, да, прячется назад. Но здесь ему будет просторно. Тут такие апартаменты. Все, что надо. Хороший пол, много места. Давай, открывай его. Посмотрим, как он будет. Давай. Торжественный выпуск на волю. Все, и отходи. Посмотрим, выйдет он сам. Ну, наверное, не вылезет. Не вылезет, думаешь? Пусть он там сидит, он привык. Ну да, да. Безопасное место. Ну да. У него тут уже приготовлен столб. При желании шарец может выходить на улицу. Вот. Располагаться на веранде. Смотреть на цветочки и ходить вон туда наверх, на гору. Туда кошаки ходят ловить всякую мелкую живность, птичек разных этих самых, ящериц. И потом приходить домой, приносить добычу. Кошак вылез на волю. Давай ему тубзик. И залез куда-то под диван. Да, ему надо этот самый туалет показать. А то он сейчас наделает делов. Ага, вот идет, идет, идет. Идет, смотри. Тын-тын-тын. Принюхивается к новым запахам. А, ну, он интересуется, интересуется. Не прячется так, чтобы, а это... Смотрит, что там происходит. Опа, опа, ко мне идет, не боится. Ему 2 месяца. Подожди, не ходи резко, пусть он пройдет туда. Да, сейчас ему надо тут. А он, между прочим, ищет, где пописать. Давай быстрее готовь. Он уже ищет явно. Быстрее делай. А то он сейчас наделает делов. Быстрее, быстрее, он же готовится куда-то присесть.
А то ему понравится по углам. И все тогда. Все, давай, волоки его. Ну да. Ищет, ищет, ищет. Давай, хватит сыпать. Ты его посади быстрее туда. Его надо сразу приучить с первого раза. А то потом будет проблема. Давай, сажай его. Поймался? О, хорошо. О, о, вот что он искал. Видел, сразу присел. Ну смотри, он какой воспитанный. Он ходил, терпел. Ты видишь? Это хорошо, что он такой воспитанный. Молодец. Так это он или она? Это он. А. Убрал за собой, ты смотри, молодец какой. Вот тут у меня фирменная еда сейчас будет. Не, наверное, ему еще рано, он, наверное, еще не соображает. Или для его возраста эти подходящие. Интересуется. Молочка ему дать? Ну да. Сейчас покакать сидится, готовится, ямку роет, вода дает. Какая коза. О, навалил кучу точно. Да? Ага. Ты смотри, какой сообразительный. Не пошел где-то под диваном, под кроватью, а это. В песок. С первого раза. Вот дает. Ага. И закапывает. Правда, мимо. Попытался закопать, но мимо. О, о. Одну миску видел пустую. Сейчас к этой подойдет. Опа. Все, дело пошло. Пить, наверное, хочет. Он пить хочет точно. Да? Да.